грузином. У нас пародия на программу «Тачки на прокачку». Большой разницы. So you wanna be a player, but your wheels ain't flying. You gotta hit us up to get a pimped out ride. Тачка на прокачка. Эй, здравствуйте, уважаемые! В эфире программа «Тачка на прокачка» на канале МЕТВ. Добро пожаловать! Сегодня у нас очень необычное задание. Ко мне в Москву приехал мой брат Шамиль. Шамиль! Эй! Он приехал, чтобы поступать на таксиста. Он попросил меня прокачать его тачка, чтобы она стала самой навороченной таксой столицы. Let's do it. So, let's go. Я собрал лучших специалистов в своем деле по всей Москве. Ну что, какие будут предложения? Регистрацию надо продлевать. Эй, брат, я говорю про машину, а ты мне про регистрацию зачем? Послушай, брат. Я знаю, что мы сделаем. Твоему брату очень понравится. Вот так сделаем. Он же у тебя холостой? Женатый. А, тогда не получится. Это Камиль, специалист по всяким штучкам-огонечкам. Хорошо. Ты отвечаешь за покраску, да? Справишься? Они всегда справятся. Ну ты что, он же фасадом гемо красит. Он же тачку зарисовать. Фу. Что с дисками? Все нормально, уже продал. Что продал, брат? Лети будут, а? Китайский поставим, вылетели, ты будет не отличишь. Хорошо. Что с двигателем? Все нормально, сейчас ценник поставлю. Слушай, а зачем ценник? Ну, брат, ценник поставлю, почти как новенький будет. Все работает. Эй, я сказал, заработай. Качка на прокачка. Качка на прокачка! Эй, дорогой мой брат, проходи! Проходи, родной, здравствуй! Здравствуй, дорогой, здравствуй! Мы прокачали твою тачку, это замечательно! Но я хочу, чтобы ты закрыл свои прекрасные глаза и не видел, пока я ее не открою. Закрой, пожалуйста, проходи сюда. Хорошо, хорошо. Я тебе обещаю, ты будешь кричать от радости, короче. Все, let's go. Уйди! Открывай, брат. Ой! Что вы наделали, а? Кто такой, дорогой мой брат? О, что вы наделали? Что вы наделали? Молодец! Нравится? Да! Иди сюда! Тачка на прокачка! Послушай, брат мой, на старой машине у тебя были плохие двери. Мы их убрали. Хлопали. А мы нашли решение. Смотри. За Ванеска. Как Ламбурджини. Слушай, брат, что ты делаешь там, а? А умею это делать. Плитка кладу. Это гудок-мудок такой. А это что такое? Это техосмотр. Это еще не все. Мы прокачали твои аптечки. Посмотри, брат. А? Что вы наделали, а? Йо, коллеги.
Спасибо, МТВ, что прокачали моя тачка. Слушайте, а сколько мы ехали?